Всем привет, друзья, с вами снова Валерий. Я не был с вами полгода, именно столько я провел в миграционном детейне. Вот. Забегая вперед, скажу, что я выиграл свой кейс, мы получили политическое убежище. Сейчас у нас остались только, бюрократические детали. Нам нужно поехать получить так называемый белый ID, вот, подать документы на грин-карт. Сейчас мы находимся в Пенсильвании. На этой самой ферме была моя семья, мои дети, пока я был в миграционном детейне. Очень много интересного материала у меня накопилось. Как я попал туда, как я жил там, как боролся за все практически, за каждый шаг. За еду, за информацию, за телефонные звонки, за мягкий матрас, за все, за все, за все. В общем, не отключайтесь, будет очень интересно. Я сделаю серию роликов, буквально 5-6 роликов о иммиграционном детейне. И дальше буду рассказывать, как у нас продолжается процесс натурализации. Всего доброго.